Здравствуйте, сегодня я вам покажу, как войти в BIOS ноутбука Dell 3520 и настроить загрузку с привода либо с флешки для установки Windows. Жмем кнопку включения. Здесь у нас появляется надпись F2. Жмем F2 и попадаем в BIOS. Сначала мы попадаем на страницу, где идут краткие сведения о системе. Нам надо попасть с вами вот в эту вкладку Boot. Жмем кнопочку направо, попадаем в вкладку Boot. Здесь видим, что видим очередность загрузки устройств. Сначала USB флеш-драйв, я вот уже уставил. Обычно идет по умолчанию вот так. Сначала идет жесткий диск, потом привод. Здесь ставим на первый профиль, жмем Enter, выбираем устройство, с которого хотим загрузиться. Сеть, CD-ROM, USB флеш-драйв, HDD драйв и просто диск. Я выбираю USB драйв. Все, после того, как мы выбрали с вами нужное устройство, с которого будем загружаться, жмем клавишу вправо и попадаем на выход. Здесь у нас уже выделена первая строчка «Сохранить настройки и перезагрузиться». И здесь мы жмем Enter. Он нас спрашивает, действительно ли оно так. Мы подтверждаем еще одним нажатием Enter. Все. Теперь у нас идет загрузка с флешки. Есть второй вариант быстрой смены устройства для загрузки. Жмем F12 и попадаем в меню, где мы сразу выбираем, с какого устройства грузиться. Давайте я здесь выберу жесткий диск. И он у нас игнорирует флешку и начинает грузиться с жесткого диска. Здесь у нас стоит Ubuntu. Все, спасибо всем за внимание.